Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Motorola H40 Neo. И сейчас я покажу вам, как поменять язык клавиатуры. Итак, для этого мы где-нибудь открываем клавиатуру и нажимаем на значок шестеренки. Далее выбираем языки. И если вы хотите добавить какой-то язык, нажимаем «Добавить клавиатуру». И выбираем язык, который хотим добавить. Нажимаем «Готово». Возвращаемся. И далее, нажимая на вот этот значок, мы можем переключаться между языками клавиатуры. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.